Я познакомилась с Генри, когда мне было 6 лет. Как сейчас помню тот день. Я путешествую во времени. Мы с тобой будем дружить в будущем, когда ты станешь взрослой девушкой. Путешествия во времени не существуют. Если подождешь немного, увидишь, как я исчезну. Какое-то мгновение он еще стоял там, а затем действительно исчез. Я ждала Генри всю свою жизнь. Это ты. Я отмечала все дни, когда ты появлялся. Ты говорил, что любишь возвращаться в одно и то же место. Да, это вроде гравитации. Важные события притягивают все остальные. Я твое важное событие. Это какое-то безумие. Нет, это волшебство. Я больше не чувствую себя одиноким. Ты согласна выйти за меня замуж? Нет. Шучу. Конечно, согласна. Мы назвали ее Альба. Ты с ней встретился? Она такая красивая. Папочка! Я путешествую во времени. Это происходит непроизвольно, само по себе. Я мечтаю, чтобы это прекратилось. Уже вернулся? Рождество пропустил. О чем ты хочешь поговорить? О том, как тяжело вот так сидеть и ждать тебя? По мотивам знаменитого бестселлера. Что такого, если я хочу нормальной жизни? По-твоему, мне нравятся эти твои исчезновения? Кому это может понравиться? У тебя был выбор. Не было у меня никакого выбора. Я не хочу, чтобы ты провела всю жизнь в ожидании. Генри! Рэйчел МакАдамс, Эрик Бана. Я не представляю свою жизнь без тебя. Жена путешественника во времени. Прости, я не могу остаться. Я знаю.